Итак, привет, дружище, у нас выходит такой очередной вечерний новостной ролик по битве замков. Обсудим новости, посмотрим на акции, на халявные акции, не на халявные акции. Вот, короче, поговорим с вами, усаживайся поудобней, насыпай пельмени в карман и погнали. Не забудь поставить лайк, не забудь там подписаться, вот это вот все, я вас уже этим запарил, но поверьте, друзья, ваша поддержка сейчас очень важна. И огромнейшее вам спасибо, кто постоянно оставляет комментарии, оформляет спонсорские подписки, просто подписывается, да и просто смотрит. Спасибушки, спасибочки, ребята. Вот, даже некоторые регистрировались на Ютубе специально, чтобы подписаться на мой канал. От души, ребятушки. Ладно, что у нас получается? Так, я нахожусь на аккаунте Вислоухом. Первое, что хотелось бы обсудить, я, кстати, это ни разу не обсуждал. Если, к примеру, зайдем в тот же клуб игроков Castle Clash, то мы увидим, ребята, вот эту картинку. То есть уже были видосы, были новости по поводу вот этих непонятных снэкпиков. Уже вышла третья часть, там где стрелок с дуэлянтом борется за какой-то сундук с наградами. И вот мы все сидим такие, думаем, божечки, что же это за локация? Хер его знает, потому что, может быть, вы забыли, но как бы в предыдущем обновлении нам добавили новую локацию под названием... Под каким названием, ребята? Под названием хер знает, когда откроется. Я думаю, вот это самое нормальное название. Нарсия, эра войны. И как бы она у нас не начинается, регистрация еще не открыта, сейчас 12 число, это означает, что в скором времени нам стоит ожидать новое обновление. Ну, как бы эта лока еще не заработала. Понятны причины, потому что если посмотреть на Тайвань, то там все работает через одно место, и видать, как бы они все это дело чинят, и когда починят, откроют регистрацию непосредственно на нашем сервере, чтобы это все нормально работало, и чтобы мы их окончательно не засрали. Но, тем не менее, то есть вот они добавили новую локацию, это нихера не работает. И как бы тут возникает вопрос, а что вы нас подогреваете какими-то непонятными снэкпиками по поводу какой-то непонятной, ребята, новой локации. Вы еще со старой локации, которую ввели, как бы еще не успели, знаете, вытереть какашки на своей заднице, потому что вы с ней по факту обосрались, да, ребята. И это очень глупая ситуация. Касаемо этой херни, подождите, вот еще один сундук с сокровищами. На этот раз оба героя полностью готовы, и никто из них не отступает. Конечно, 50% шанса есть того, что добавят новую локацию. Есть такой вариант, и я его не буду исключать, потому что я уже, по сути, ничему не удивлюсь в этом мире, в этом жестоком мире битвы замков. Но не будем исключать и тот вариант, ребят, что просто добавят какую-нибудь новую акцию донатную или какое-нибудь событие. Давайте не будем забывать про такое событие, к примеру, как Фонтан Желаний. Может быть, кто-то из вас не знает, но Фонтан Желаний в снэкпиках преподносили как что-то невероятное, как какую-то супер новую локацию. Мы этот Фонтан Желаний ждали, а потом нам выкатили просто ущербное событие с ущербными наградами. У меня аж прям ухо зачесалось. Понимаете? Возможно, это просто реклама какого-то нового события, которое будет по типу Фонтана Желаний или еще какой-то херни. В любом случае, я думаю, что не стоит там обольщаться каким-то образом, это ждать, надеяться и верить. Как бы, ну, добавят, и если добавят, то хорошо, не добавят, ну и хер с ним. А то, мы, знаете, уши сейчас развесим, ну вот, начнем ждать, а в конечном итоге или не добавят, или вот говно какое-то будет. Вот мы ждем эту, вот надеялись, ждали новую локацию, да, битва гильдийную, но ее так и не ввели. Вот будем, и я уже предполагаю, что до обновления регистрацию на данное событие так и не откроют. Я уже молчу про линию обороны. Где линия обороны? А зачем добавлять линию обороны, да, открывать нам сезон, когда по факту, ребята, вы же можете взять и купить вот эту вот валюту недостающую. Ребят, где-то она здесь есть или что сейчас? А, вот, видите, можно 800 штук купить и как бы и будьте рады, будьте здоровы.
живите богато. То есть, а зачем пацанам линию обороны открывать? Меня вот, если честно, начинает подбешивать эта вся сезонность локаций, в особенности, когда нету четких временных рамок в плане открытия, да, сезона, если тоже за пределы, да, там открывается строго в раз в несколько дней, но то, что они сделали с линией обороны, то, что я предполагаю, будет непосредственно с новой локацией гильдийной, то, что они там по щелчку пальца, походу, ее будут открывать, когда захотят, но мы не будем забывать про то, что IGG, ну, мягко скажем, распиздяй, не меньше моего, и все это может быть просто забыто. Забыто, как они забыли, к примеру, про атаку фортов. Да, она, конечно, четко по временным рамкам работает, но, ребята, во-первых, они забыли о том, что нужно менять геймплей на атаке фортов, и они забыли про то, что, ребята, там уже награды эти нахрен никому не нужны. Вот и вся суть этой всей ерунды. Дальше, что хотелось бы отметить? Во-первых, хотелось бы забрать награду за один самоцвет, и она как бы неплохая. Это да, это почему неплохая? Просто потому что там есть 100 книжек и 100 камней пламени, которые, конечно же, мне нужны. Далее, события, карта богатства. Это все как обычно. Отправиться в рейд 3 раза. Давайте отправимся в рейд. Не будем тормозить, я не знаю, вот там хоп, зефирика там куда-то выпустили. Раз. Я даже не знаю, может быть, там не обязательно выпускать какого-то героя, но мы выпустим. Два. Не забудьте сегодня прийти на стрим по битве гильдий. Буду вас всех ждать. 3. Окей. С этим мы, ребята, справились. И если у вас есть самоцветы накопленные или там донат, вы хотите, чтобы я что-то повыбивал, то ссылочка заявки на роллинг находится в описании. Дальше. Что у нас еще получается? А, выпуск про яйцо, скорее всего, будет завтра. Сегодня еще выйдет один роллинг. Тоже следите за обновлениями на моем канале. Так, эту херь мы выполнили. Карта богатства. Получаем, да? Парящий остров, бесплатная попытка. Конечно же, никогда с бесплатной попытки нам осколков никаких не выпадет. Дальше, набор. Так, войди в игру и получи приз. Окей, получаем невероятнейший приз. Просто беспонтовая хрень. Знаете, что еще обидно? Ну, лично для меня, вчера я не успел зайти в фонарики желаний. Там же нет такой фигни, что ты каждый день заходишь. А, так, вы зажгли фонарик и получили случайную награду ящик славы. Окей. Там же, что это тут? Опа. А вот это я, пожалуй, возьму. Вот это я, пожалуй, возьму. Не факт, что оно мне поможет, но я возьму. Но тут других вариантов-то особо нету. Пожелать. А, так, видите, и тут сразу этот отсчет. И ты все время зависишь от того времени, когда ты последний раз, грубо говоря, эту награду забирал. Я вчера зашел специально, ну, тыркнуть по шарику, а там показывается, вы его сможете забрать только через 3 часа. А через 3 часа у меня уже был стрим, я там напился пива, общался на фан-стриме с Русланом Кудриным, общался с Тимой Фадеевым, вот, бывшим каунтри-менеджером IGG, 3 года назад работал. То есть, посмотрите, вчерашний фан-стрим, я думаю, что, ну, отпишите, как он вообще был интересный, неинтересный, комментариев, потому что я особо не увидел. Так, ну это шарики, с этим все понятно. У нас тут еще настолка есть. А в настолке у нас что? Правильно, у нас бесплатная попытка. Бесплатная попытка, надо еще посмотреть акции, может быть, я хоть какой-то день возьму за доначу. Фонарики желаний, время обновления, вот, я увидел даже. Я вообще об этой акции узнал, видел видос у Андрея Рылева. Ну, тут как бы все это дело можно назвать пересчетом баранов. Не знаю. Так, Android.ru, тут, я так понимаю, перепись населения, пытаются поднять актив в игре. Кто пьет кофе и чай, ставьте лайк. Ну и давайте попробуем зарегистрироваться. Конечно, с одной стороны, можно с гордостью было бы сказать, что вот, ребята, мы сможем примерно узнать, какой актив у нас на сервере, вот, сколько у нас игроков играет на сервере. Но, к сожалению, мы этого сделать не можем. Как, ну, тут понятно, да, что 30 тысяч уже есть, 40 тысяч будет, но, видишь, то, что дальше 40 тысяч, мы не увидим. И даже если бы мы видели полностью всю цифру, мы бы все равно не знали,
сколько реально играет игроков в данную игру, по той причине, что существует целая куча игроков, в которых по плюс 100-500 твинков, я не знаю, что они с ними делают. Так, здесь что, можно получить после 10 тысяч, а, это, ну, как бы, во-первых, да, когда с каждым шагом активности добавляется награда, то есть мы уже заберем, ребята, 300 этих, заберем 300, вот эту вот штуку, как бы награда фигня, но сама по себе акция интересна, ну и плюс для бездоната, конечно, прикольная награда. Здесь целых 750 самоцветов, 100 тысяч кулаков, вот это вот все, как мы любим. Нужно еще здесь, как я понимаю, нажать регистрацию. Регистрация успешна. Зарегистрировано 30 288 человек. Я так понимаю, что в любом случае мы эту планку 40 тысяч бойцов набьем, потому что, ну, это первый день акции. Сейчас дается на регистрацию несколько дней. То есть, а мы уже за первый день акции, вот, уже почти на максимум тут зашли. Я думаю, что как бы уже на максимум мы долбанем, а дальше нужно уже будет ждать, когда выйдет обновление, и после выхода обновления еще раз в эту херь зайти, там, отметиться, зарегистрироваться еще раз, и тогда мы уже получим награды. Ну, такая вот, знаете, перепись населения, может быть, разработчики хотят узнать, какое количество у нас активных игроков, может быть, это просто бонус для нас, или их нелепая попытка каким-то образом прорекламировать данную игру, но мы видим, тут поделись в Фейсбуке, поделись ВКонтакте, ну, что-то такой слабый байт у нас и без всяких этих делений в Фейсбуке. И ВКонтакте у нас так и так 40 тысяч человек наберется. Вот если бы они сделали бы там, наберете 100 тысяч регистраций, тогда, ребята, мы вам дадим там еще круче награду, да? Ну а тут нету стимула у игроков. 40 тысяч наберется, все. Смысл этой всей херней где-либо брать и делиться, понимаете? Ну все, я зарегистрировался. Все, дайте мне отсюда выйти. Эй! Господи, со своими браузерами. Дальше, давай проверим вообще, что у нас с акциями. Пишите в комментариях. А, вот, знаете, что мне интересно? Мне самому лень ходить сейчас по серверам, но я знаю, что многие из вас, кто-то на Тайване играет, кто-то на американке, кто-то играет, к примеру, на немецком сервере. Напишите, какая активность там в этой акции сейчас. Вот, сколько людей зарегистрировалось. Вот, на данный момент. Вообще было бы хорошо вот именно сейчас посмотреть везде и понять, где активнее сервер. Ну, честно. Честно скажу вам, лень. Я на вас надеюсь в комментариях. Да, может быть, даже кто-то сделает. Вот, ребят, кто из вас сделает максимально по серверам? Ну, вот вы зайдете в один момент. Да, чекните, сколько где игроков играет. Дадите полный список, и я его опубликую у себя в телеграм-канале. Я опубликую его... То есть, закреплю ваш комментарий. Дальше, что по акциям? Хочется мне сегодня донатить или нет? Можно каждый день какую-то херню покупать, получить 300 тысяч кулаков. Здесь ерунда, здесь, ну, в принципе, да, тоже. А дальше, здесь, как бы, ну, теоретически поучаствовать можно. Это что отсюда падает? Мастера рун отсюда не падает. Тут 88 этих банок самоцвета, 88 банок самоцвета умножить на 50, итого у нас 4000 самов. Ну, можно попытать удачу. Давайте посмотрим тогда какой-нибудь шманский комплект, который можно купить. Так, здесь у нас что? Ну, здесь 3 донатные карты, типа отдаешь 2000 рублей, плюс пыль, плюс эмблема 9 уровня. Плюс говно ненужное. Ну, тоже такое. Здесь эти сундуки, как бы, они, мягко скажем, не все нужны. Но это просто беспонтовая херня для фобос. Ну, для тех, у кого нету фобоса и дуэлянта. Здесь тоже полнейший бред. Ладно, набор сокровищ. Набор сокровищ. Здесь тоже, как бы, эти награды мне никакие не нужны. Дальше, пакет накопления. Вот пакет накопления, конечно же, ну, тут еще можно нормально, да, самоцветов получить 4000. Вот дополнительно, если ты купишь, я так понимаю, пак за 400 рублей.
Тоже за 7, за 700 рублей. Тут уже что дается? Здесь, ну, значок таланта титула. Ну, на него донатить особо не хочется. Рано или поздно все равно это, ну, добью, да? А тут у нас, шанс выбить мастера рун. Ну, как бы... Ну и 150 этих. Ну, то есть это если ты купишь, короче, за 2000, да? За 2000 какой-то пакет. Здесь у нас... Ну, тут продается за 3000. Тут уже, как бы, может быть, 8 карт, может, есть шанс на мастера рун, не знаю. Ну, как бы... Ну, тоже такое. Тоже такое. Набор сокровищ 2. Меня больше интересуют камни пламени. Ну, вот здесь, да, я тут их получу определенное количество со 150 сундуков. Ну, тоже такое. Здесь еще самов тоже раздают. Ну, вот непонятно, я не знаю, как, что вы мне тут посоветуете. Подожди, ну, допустим, акция. Временно, день замковладельца, войди в игру, получи приз, ежедневный бонус, магазинное безумие. А, это там, где ты скупаешь всякую херню. Ну, это понятно. Разбей яйца. Говно. Бинго, говно. Охотник за богатством. А, ну это тоже говно. Большая выгода. А, ну, да. Это тоже говно. Сокровищница. Вы потратили 192 самоцвета. Награды какие? Какие награды могут? Ордена, золотой ключ, Бугимен, Розалинда, Ледяной Феникс, Свален, Командора, препарат роста. Просто дерьмо. 100% к покупке. Но единственное, да, это вот настолка. Настолка и как бы все. Но есть особого желания сегодня донатить нету. Ну, вы пишите в комментариях, не знаю, ставьте лайки, может, что-нибудь придумаю. На этом все. Я вам пожелаю огромнейшей удачи. Высказал свое жестокое, авторитетно, неподкупное, диванно-аналитическое мнение. Кому понравилось, не забудьте поставить лайк. Кому не понравилось, лепите дизлайк. Если хотите почаще видеть такие видосы с обсуждением, скажем, ну, я бы не сказал бы, что своевременными обсуждениями, да, видос выкладываю вечером, но, тем не менее, вот, если будет активность, буду стараться это сразу по утрам выкладывать, что-то там вам рассказывать, и не забудьте сходить в эту акцию, там, где нас пересчитывают как баранов. Всем удачи и пока, кому не нравится, ставьте дизлайк и отписывайтесь. Чао.